Всем привет! Полгода назад, в августе 2019-го, SkyTeach провели летнюю олимпиаду для преподавателей английского языка, в которой приняли участие более 24 тысяч человек из 94 стран мира. Начинаем новую четвертую международную олимпиаду для знатоков английского языка, разработанную методистами Cambridge Assessment English и SkyTeach. Как и прежде, участие абсолютно бесплатно, и каждый участник получит электронный сертификат с количеством набранных баллов. В этом году олимпиада разделена на два блока. Для преподавателей английского с включением тестирования вопросов по методике преподавания и для всех тех, кто знает и любит английский язык. Главный приз номинации преподавателей – двухнедельный курс английского языка в Дублине, языковая школа Twin Group, с питанием и проживанием в семье от Academ Consult. Главный приз в номинации любители – две недели обучения с проживанием на Мальте, полное погружение в языковую среду от Global Dialogue. Если вы преподаете или просто любите английский язык, мы ждем вас. Задания открыты с 10 марта по 6 апреля. Трансляция итогов 16 апреля. Регистрируйтесь по ссылке в описании, и, возможно, именно вы станете победителем. Good luck!